В акватории морской школы регионального отделения ДСАФ России прошли соревнования чемпионата и первенства Омской области по водно-моторному спорту. Участие в состязаниях приняли 45 спортсменов. Соревнования проводились в нескольких классах – мотолодки, скутеры и глиссеры. Личное первенство во всех классах судов определялось по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами в двух лучших гонках из трех. Командное первенство определялось по наибольшей сумме, набранных всеми зачетными участниками команды. В личном зачете победителями первенства стали Александр Савоськин, Дмитрий Гайко. Чемпионами Омской области – Вадим Навроцкий, Юрий Толоконов, Вячеслав Черкашин. На следующий год будет сформирована команда, и вот эти сегодняшние соревнования как раз будут для вас стартом, чтобы вы попали в состав сборной Омской области. Состав будет определяться в первую очередь по протоколам в каждом классе, и затем уже на усмотрение тренера, если есть кто-то сегодня не выступал. Поэтому такая перспектива у нас есть, мы стараемся ее сделать. В командном зачете по итогам соревнований первое место заняла команда детско-юношеской технической школы отделения ДСАФ. Вторыми стали спортсмены из клуба «Иртыш», а замкнула призовую тройку команда «Рубин».